Давайте, пожалуйста, проверим звук еще раз. Добрый день, коллеги. Я надеюсь, что мой микрофон работает лучше. Замечательно. Сегодня мы с вами продолжим тему прошлого вебинара, который с вами вели на прошлой неделе. Тогда мы говорили о простых правилах оформления презентации. А теперь мы отдельно сосредоточимся на презентациях в онлайне. Вообще, когда мы обсуждали тему с Павлом Юрьевичем, у нас самая простая мысль, которая появилась, это то, что все, что мы видим в презентациях в онлайне, должно быть более выпуклым, чем в презентациях в офлайне. То есть еще больше внимания уделяем шрифту, еще больше внимания уделяем строю композиции, линиям, направлениям взгляда. То есть здесь все довольно просто. Онлайн требует более четкого соблюдения тех простых правил, с которыми мы познакомились на прошлом вебинаре. Но давайте теперь обсудим вот такой вот вопрос. Может ли презентация существовать отдельно от лектора? Даже сейчас, когда я веду с вами вебинар, моя роль как лектора немного снижена. Из всех каналов восприятия, которые вы воспринимаете, меньше всего сейчас идет визуальный от лектора. То есть от лектора идет в первую очередь аудио, визуал идет в первую очередь от презентации. И если бы я выступала перед вами вживую, был бы визуал от меня как от лектора. Сейчас визуал от меня, естественно, снижен. Так, немного тормозит. Но если я начну говорить медленнее, я думаю, что это не спасет ситуацию. Будем надеяться, что канал сейчас выровняется и трансляция пойдет. Вот поровнее. Так, кто-то считает, что она не может, кто-то считает, что есть такая возможность. Так вот, в онлайне, когда мы представляем свою презентацию, как правило, мы сами при этом не присутствуем. Исключение – это вот эта вот вебинарная форма. То есть мы можем выложить презентацию в онлайн и после этого теряем с ней связь и с теми людьми, которые ее просматривают. Так. Прошу прощения. Так, да, педагог может создать презентацию именно для самостоятельного изучения, например, для детей, пропустивших занятия. В школах проводятся конкурсы презентаций, которые просто сдаются и оцениваются в присутствии лектора. Да, действительно, я чаще всего вижу этот пример в школах, когда презентация предназначена для самостоятельного изучения, и сам преподаватель уже при их просмотре, при их рассказе не участвует. Презентация становится самостоятельным учебным материалом. Насколько это оправдано, это другой вопрос. Ведь тот же материал можно подать не в форме презентации, а в форме курса на сайте, в форме PDF-ки, раздаточного материала. В чем же привлекательность именно презентации? Почему все продолжают так активно использовать этот вариант? По простой причине, что презентация по расположению слайдов, по их размеру имитирует экран компьютера. Такое же примерно соотношение сторон, примерно такое же расположение информации. И фактически сделать нам презентацию в домашних условиях намного проще, чем самому сверстать учебный сайт. Поэтому популярность презентации, я думаю, долгое время будет все возрастать и возрастать, потому что действительно простой способ аккуратно расположить информацию на экране аккуратно и привычным нам образом. И давайте сегодня мы с вами поговорим о тех презентациях, с которых студент работает самостоятельно. Это может быть презентация полностью для самостоятельного изучения, когда вы просто ее готовите и отпускаете в свободное плавание. Это может быть презентация, которую вы после вебинара скидываете, и ваши ученики просматривают ее уже дома для того, чтобы вспомнить материал, выполнить домашнее задание, подготовиться к каким-то экзаменам. Те принципы, которые я здесь буду говорить, они применимы и для презентации с лектором, но уже в более упрощенной форме. Сейчас я максимально сделала гиперболизацию, акцент именно на то, что студент работает с нашей предполагаемой презентации полностью самостоятельно. Я предлагаю сейчас вспомнить те принципы, которые мы знаем про наших студентов.
То есть вот самое простое, что мы можем точно сказать, это то, что презентацию будут читать слева направо. Какие еще вот такие вот простые знания у нас имеются про наших студентов, про то, как они взаимодействуют с презентацией и вообще с учебной информацией? Значит, читаем слева направо, да, просматриваем сверху вниз. Еще какие варианты? У нас в презентации всегда опорный левый край, то есть глаз скользит всегда по левому краю, и выравнивание по левой стороне помогает сориентироваться в информации. Да, возможно, все, но вопрос-то именно в том, какие привычки при изучении информации, что мы можем точно знать. Автоматически в нашем материале мы ищем повторяющиеся элементы. То есть мы точно можем сказать, что любой студент, увидев определенный слайд с буллетами, с маркерами, сразу скажет, что это список, и он будет ожидать, что списки будут оформлены одинаково. Сканируем, цепляясь за яркие моменты. Совершенно верно. Распознаем структуру. Мы знаем, что определенная форма подачи информации – это сайт, определенная форма подачи информации – это мобильное приложение на телефоне. Точно так же подсознательно мы распознаем и структуру самих слайдов. Ориентация по приведенной схеме. Да, у наших студентов есть привычка к веб-дизайну. Ну, то есть они много времени проводят в интернете и в телефоне, и элементы веб-дизайна – это то, что они опять же будут сканировать презентации в первую очередь. Находим основное в слайде, да, картинки, ждем развития сюжета, это тоже вот именно такое… Особенность человеческого мозга, что когда мы видим несколько изображений или несколько слайдов, поставленных рядом, мы подсознательно пытаемся соединить их в единый сюжет. И да, про картинки правильно, мы предпочитаем визуализацию. Неважно, будет картинка, инфографика, видео. Наши студенты в первую очередь будут обращать внимание именно на визуализацию, а не на текст. И поэтому сегодня мы поговорим про три вот таких вот подхода. Это структурирование презентации, это создание удобной навигации по презентации и сторителлинг. Дидактика плюс эргономика равно презентация информации. Да, совершенно верно. Удобство пользования – это как раз вот то, о чем я частично упомянула в навигации и структурировании. По идее, самый идеальный вариант, если студент откроет презентацию и без лишних пояснений, без лишних вопросов, вся информация будет ему представлена, будет для него удобно, но мы не можем видеть, как студент работает с нашей презентацией. Если мы отпускаем ее в свободное плавание, то мы не знаем, в какой момент у него возникают вопросы, где он не понял, что вот эта вот ссылка, где текст оказался слишком мелкий, и он пропустил его. Мы не можем управлять просмотром, но мы можем предугадывать поведение студента, поведение нашего пользователя и опираться именно на вот это вот предугадывание. И начнем со структуры слайда. Вообще, сама по себе структура слайда – это, наверное, то, что мы распознаем в первую очередь. Еще до того, как начинаем вглядываться в информацию, еще до того, как начинаем читать текст и внимательно изучать расположение блоков на слайде, самый первый взгляд, который мы бросаем, говорит нам о структуре. А структура говорит о функционале этого слайда. Вот давайте сейчас такое простое упражнение. Я буду показывать вам слайд, а вы будете говорить, что за информация на этом слайде расположена. Функционал, зачем этот слайд, в принципе, нужен. Итак, первый. Так, сравнение, список. Угу. Таблица, две цитаты, заголовок, две колонки текста, меню. Так, смотрите, мы можем раздать варианты, которые у вас появились, на несколько основных частей. Первое – это таблица, то, что каждая строчка имеет само по себе значение. Второй вариант – это то, что это сравнение левого блока информации с правым блоком информации. И третий вариант – это то, что список только почему-то расположены две колонки.
по самой структуре расположения блоков мы можем уже сделать какие-то для себя выводы. Вообще я для себя представляла больше, что это текст с заголовком, потому что это более привычная книжная верстка, когда информация идет в две колонки. Но для презентации это не всегда верно, и для презентации мы привыкаем текст видеть в одну колонку. В две колонки это действительно, скорее всего, будет сравнение. Так, второй вариант. Что из себя представляет этот слайд? Да, если это сравнение, то это сравнение по пунктам. Так, цитата, тезис, название слайда, заголовок, раздел, титул. Да, совершенно верно. Это какой-то слайд навигационный, который отделяет одну часть от другой, то есть название всей презентации, название раздела или ключевая мысль, вынесенная для того, чтобы отделить ее от другого объема информации. Смотрите, здесь без разногласий, с одного взгляда уже понятно, для чего этот слайд предназначен. Для того, чтобы что-то от чего-то отделить. Либо часть презентации от другой части презентации, либо какую-то важную информацию от менее важной информации. Почему правая сторона, а не левая? Потому что на прошлом слайде было выравнивание по левому краю, а сейчас я захотела делать по правому краю, чтобы уж не было сильно однообразно. Так, вот этот вот вариант. О чем говорит этот слайд? Определение, текст, цитата, ключевые слова, схема. Так, отлично. Это либо текст, в котором выделено какое-то важное ключевое слово, либо это схема, где что-то идет зачем-то. Да, совершенно верно. Тоже вы видите, что сама структура распознается довольно просто. Этот вариант. Да, и отмечено важное, цветовой акцент. Структура, список, выводы, план содержания, картинка с объяснениями, рисунок с пояснениями, описание изображения. Да, здесь по структуре, смотрите, опять же, с левой стороны, с основной стороны расположена картинка, то есть акцент идет именно на нее, текст идет уже немножко вторичный. Сначала мы рассматриваем изображение. Если смотрели предыдущий вебинар, то мы рассматриваем слайд. Так, сейчас я нарисую вот по вот этой вот схеме. Следуем по ключевым точкам вот в такой последовательности. Поэтому в первую очередь взгляд пробегает по изображению, акцент идет на изображение, и только затем мы прочитываем список. И, наконец, последний, пятый слайд, самый простой, я думаю. Перечень, список литературы, да, здесь нам подсказывают вот эти вот оранжевые точки о том, что это список, перечень какой-то информации, какие-то пункты. Это могут быть не точки, это могут быть цифры, но тем не менее это какая-то структура, да, это могут быть и тезисы, заключительный какой-то момент презентации, когда мы вспоминаем те разделы, те тезисы, по которым прошлись в своей презентации. Отлично. Как видите, структура самого слайда, структура каждого слайда считывается довольно просто и легко. И для того, чтобы сделать вот слайд максимально считываемый, максимально функциональный, во-первых, мы должны располагать блоки информации понятным образом, то есть 2-3 строчки текста – это, скорее всего, заголовок или цитата. Если отмечены буллетами, маркерами, то это, скорее всего, перечень. Если сверху есть текст, написанный более крупным шрифтом, то это, скорее всего, заголовок. Значит, расположение блоков информации плюс смысловой заголовок. И у нас слайды будут считываться более простым способом. Мы, опять же, убираем вот такие вот барьеры, то, что мешает воспринимать информацию, для того, чтобы удержать студента у экрана, удержать студента у нашего материала и для того, чтобы ему было проще идти по презентации. И вот теперь такой вопрос. А что такое смысловой заголовок? Вообще, в принципе, как понять, какой заголовок нужно сделать для слайда? Что писать в этом поле? Опять же, эта тема тоже довольно обсуждаема в интернете, есть разные подходы. Я для себя выделяю два основных варианта.
Первый способ – это метод немого кино. По этому принципу презентация выстраивается следующим образом. Если прочитать только заголовки информации, то у вас получится краткий пересказ презентации. Самая-самая такая вот основа. То есть то, что появилось как раз в немом кинематографе, когда актеры не могли говорить, и вся информация подавалась титрами на экране, и в принципе, смотря на кадры, в нашем случае на слайды, и прочитывая заголовки, в случае кинотитры, мы получали всю необходимую нам информацию для понимания смысла кино, для понимания смысла презентации. Если мы будем подходить таким образом, то у нас может получиться вот примерно такой заголовок. Если я делаю презентацию про адаптацию настольных игр для образовательных целей, я могу вот к слайду про варианты поля сделать заголовок и дальше в основном тексте перечислить плюсы и минусы. Чем тканевое поле хорошо, чем тканевое поле, например, не подходит, в каких случаях оно не подходит. В этом случае заголовки получаются объемными, они занимают много места, но считывая только заголовки, мы получаем максимум возможной информации. Второй подход – это метод видео в соцсетях. Когда просматривают видео в соцсетях, его не всегда смотрят со включенным звуком. И поэтому на видео помещают такие титры, чтобы коротким текстом выразить основную мысль кадра, в нашем случае основную мысль слайда. То есть здесь буквально 2-3 слова нам нужно написать, и прочитав только заголовки, мы не поймем, о чем шла речь в презентации, то есть полную информацию о презентации мы не получим, но мы можем сразу отсканировать слайд и понять, что за информация будет представлена. Вот второй вариант, метод видео в соцсетях, текст тот же самый, про плюсы и минусы тканевого поля для настольных игр, но заголовок будет выглядеть вот таким вот образом. Если вы пишете короткий заголовок по методу видео в соцсетях, то он должен быть более эмоциональный, более разговорный, может быть, использовать какие-то сленговые разговорные слова, можно использовать слова, описывающие эмоции, возмутительно, восхитительно, уникально и так далее. То есть чем короче заголовок, тем все-таки он должен быть сам по себе эмоциональнее. Так он зацепит больше внимания наших студентов. Так, прекрасно. С заголовками, я думаю, мы на этом разобрались. Со структурой слайда. Слайды тоже, со структурой каждого слайда тоже, в принципе, все понятно. Чем четче выдержана наша структура, тем легче студентам самостоятельно работать с презентацией. Если у нас есть слайды информационные, где очень много текста, они должны быть оформлены в одну структуру, чтобы с первого взгляда студент сразу считывал, что здесь текст. Если у нас слайды для рассматривания, со схемами, с инфографикой, они тоже должны иметь узнаваемую структуру, чтобы студент сразу понимал, это слайд, на котором нужно остановиться, на котором нужно внимательно посмотреть на все части схемы. А теперь перейдем дальше, к навигации. Удобная навигация – это вообще довольно сложный, больной вопрос. Его уже много лет решают UX-дизайнеры, веб-дизайнеры. До сих пор разрабатывают самые разные методы, пробуют самые разные подходы. Единого мнения, конечно, нет. Но существует несколько довольно простых подходов, которые мы с вами можем скопировать и использовать в своих презентациях. Вообще веб-дизайн, интернет-страницы – это отличный способ подсмотреть какие-то удобные для себя идеи, потому что навигационные элементы, которые используют UX-дизайнеры, максимально просты, легкие и записываются в подсознание, особенно если они много-много раз повторяются. А за день, учитывая, сколько раз мы заходим в те же социальные сети, навигационные элементы социальных сетей, мне кажется, ночью разбуди, и мы сможем отрисовать страницу, как она выглядит, например, в том же ВКонтакте. И вот давайте опять же такое простое упражнение. Я показываю вам стрелки. То есть здесь на экране 6 стрелок. Можете ли вы распознать, что каждая из них обозначает? Я специально взяла сейчас пример не с интернет-страниц, то есть это более такие бытовые значки. Так, не всем. Телеграм, гроза. Я думаю, например, вот второй значок, да, вот не каждый студент сможет сообразить, что он обозначает.
Не все. Хорошо, давайте я вам сейчас перечислю. То есть фишка здесь в том, что у нас только и только стрелки, но отрисованные по-разному и за счет этого передающие разную информацию. Первая стрелка – это мое местоположение. То есть так на навигационных программах, на картах обозначается то, где я нахожусь и что есть поблизости. Второй знак обозначает, что верх у нашей упаковки находится вот в том направлении. Третий знак – это «не влезаю, бьет высокое напряжение». Четвертый знак – это «вход». Он может использовать знак эвакуации, он может использоваться на интернет-страницах в смысле «войти в личный кабинет». Да, вы входите открыто. Четвертый знак – это тоже навигационный символ, это стрелка, которая движется по карте, соотносясь с вашим перемещением. Используется в навигаторах, используется в разных картографических сервисах. И шестой знак, да, это пол, обозначение пола. И все, как вы видите, это стрелки. А теперь давайте посмотрим на следующий слайд, где тоже расположены только и только стрелки. Только теперь это символы, взятые уже из интернета, из оформления программ, что они нам дают. Так, первая стрелка действительно это назад или обратно, отмена действия или возвращение назад. Круг в стрелке, верно, это перезагрузить. Вариант ефрейтор, да, хороший вариант. Так, начать или начать проигрывание мультимедийного файла, совершенно верно. Знак меньше, нет, немножко не в этом смысле. Вспомните, как это выглядит на телефоне. Так, расширить, развернуть экран, совершенно верно. Так, ага, значит, у нас затруднения вызывают вот эти вот две стрелки. Третий символ – это назад, это на телефоне, то есть вернуться на предыдущее окно. А вот этот вот, пятый символ, стрелка, направленная вниз, это, да, прокрутка вниз. Смотрите то, что ниже еще есть важная информация. Совершенно верно. И мы можем большую часть этих стрелок легко представить у себя в презентации. Например, так, секунду, я сейчас уберу. Вот эта вот стрелка play, она обозначает то, что этот мультимедийный элемент интерактивен, его можно проиграть, его можно довольно легко использовать. Например, вот эта вот стрелка может обозначать, что у нас при щелчке изображение откроется более крупно, например, на отдельном окне. Нет, к сожалению, в моей презентации я это не подписала. У меня была идея сделать другой вариант презентации уже для самостоятельного изучения с подписанной информацией, но, к сожалению, по времени я не успела, поэтому только вот так вот пересмотреть заново запись. Дальше, вот эту первую или третью стрелку можно использовать для обозначения «вернуться на предыдущий слайд». И вот эту, например, стрелку можно использовать как то, чтобы, смотрите, дальше есть информация. Только в нашем случае логично направить ее не вниз, прокручивать презентацию, а, наверное, логичнее направить все-таки вправо, что презентацию мы обычно, когда она полноэкранная, мы воспринимаем ее как прокручивающуюся вправо, то есть перелистывающуюся страницы. Презентация прокручивается вниз, обычно, когда она открыта не в полноэкранном режиме. И в зависимости от того, в каком варианте вы ее предоставляете студентам, такой бы навигационный символ я бы рекомендовала использовать. Так. Это что касается навигационных элементов. Я их подсматриваю обычно на интернет-страницах и стараюсь подобрать для себя тот, который подходит. И в первую очередь вот такие вот навигационные элементы нужны для интерактивных презентаций, для презентации со сложной внутренней перелинковкой, когда нужно перейти на определенные слайды, с презентацией с интерактивами, для каких-то вот полуигровых презентаций, когда нужно выбирать правильный вариант ответа на вопрос и так далее. То есть вот этот вот вариант просто незаменим, вот эти вот символы, вот эти вот значки незаменимы в интерактивных презентациях. Ну и следующий вопрос, который я хотела бы вам задать.
Это то, что мы как раз обсуждали на прошлой презентации 10, если не ошибаюсь, апреля. Достаточно ли номеров слайдов для навигации по презентации? Это, конечно, хороший, прекрасный способ указать на определенный слайд, но достаточно ли этой информации? Можем ли мы обойтись только нумерацией слайдов? Так, 50 на 50, да, нет. Угу. Я чувствую, мнения у нас будут сильно разделяться. Замечательно. Представьте себе вот такую вот типичную учебную презентацию, в которой содержится примерно 120 слайдов. Мне сегодня по почте одна из участниц прошлого вебинара прислала прекрасную презентацию на 83 слайда. И по номерам слайдов сориентироваться я, естественно, не смогу. То есть мне было бы удобнее, если бы эту презентацию разделить на несколько разделов и сделать перелинковку между этими разделами. Если презентация небольшая, то есть то число слайдов, которые мы можем держать в голове, то вполне достаточно нумерации. Если больше, то нет. Так, если при наведении на номер появляется всплывающая подсказка, может быть достаточно. А главное, картинки и значки. Слишком много слайдов утомляет. Да, я согласна, что слишком много слайдов утомляет, но иногда, вот как я объясняла, для выступления удобнее иметь большое число слайдов с минимально разбитой информацией. И презентации для выступления могут, конечно, зашкаливать. Вот, например, культовая презентация «Смерть от PowerPoint» содержит тоже, по-моему, больше 100 слайдов. Так. Угу. Итак, мы пришли с вами к выводу, что все-таки хорошо иметь какую-то структуру и иметь возможность перемещаться по презентации, выходя с любой страницы. И вот как раз дизайнеры интернет-страниц разработали очень простой и удобный способ для такой навигации. Он называется «Хлебные крошки». Это из известной сказки про Гензель и Гретель, когда они шли по лесу, они разбрасывали хлебные крошки, и по этим хлебным крошкам можно было восстановить их путь. Такая навигация выглядит следующим образом. Например, сейчас мы находимся здесь. Директ Академия, трек по Харуковой, апрель, учебные презентации и в разделе «Навигация». То есть вот таким вот образом по разделам, по категориям, можно понять, где мы находимся сейчас, в каком месте презентации, в каком месте курса, в каком месте школы, например, учебного портала мы находимся. Если говорить о том, где находится вот эта презентация у меня на компьютере, то у меня вот такие будут хлебные крошки. Диск D, Директ Академия, вебинары, апрель, учебные презентации. Это путь, который мы можем посмотреть на компьютере. Да, Людмила Анатольевна, я поняла, что вы собрали нарезку из разных старых презентаций, и я уже так бегло ее просмотрела, она прекрасна. Мне, конечно, потребуется время, чтобы изучить ее целиком, но материал потрясающий. А вот так, например, выглядит эта презентация на сайте Директ Академии. Директ Академии, треки, трек по Харуковой, 13 апреля, учебные презентации. То есть, например, в Директ Академии дата проведения и название презентации не отделяются друг от друга. Нельзя посмотреть все презентации за апрель, но можно посмотреть все презентации, собранные в какие-то отдельные треки. Среднее количество слайдов оптимально для восприятия не более 30. Если больше, то слайды матрешки, последние раскрывающие какой-либо вопрос. Да, совершенно согласна, и у меня вот эти вот мои стандартные 60 слайдов получаются как раз из-за того, что я потихоньку отображаю информацию на слайде. То есть не сразу весь перечень информации показываю, а показываю, например, его построчно, набирая полный список. И мне очень нравится вот эта вот ассоциация с матрешками. Я даже запишу себе и буду ее использовать в дальнейшем, потому что это очень прекрасная аналогия. Так, про идеальную презентацию, увидеть идеальную презентацию. Знаете, тренды же тоже меняются, и подход к визуализации тоже меняется. Но я рекомендовала бы презентации компании Metamorph, если я не путаю их название. И есть еще несколько интересных агентств.
которые работают с бизнес-презентациями, то есть для них как раз очень важен дизайн. Презентации у них не как вот мы с вами, да, сами делаем себе презентацию, сами с ней выступаем. У них есть отдельный дизайнер, который работает с презентациями. И вот там можно смотреть действительно хорошие и интересные примеры. К сожалению, на таком уровне, например, отрисовывать индивидуальные иллюстрации для каждой презентации, индивидуально продумывать цветовую палитру, вот для меня, например, такая работа в одного человека невозможна. Так, повторите название организации, пожалуйста. Вот мне тоже интересно вспомнить, как они правильно называются, метаморф или метаморфозы. Я помню только, что у них сайт в доменной зоне XYZ. Секунду, я сейчас гляну, может быть, она у меня где-то вспомнится. Так. А метаморфопрезентации они называются. Я сейчас скину ссылку на их телеграм-канал. Вот здесь можно посмотреть их примеры. Так, что за матрешка? Матрешка, имеем в виду то, что мы информацию на слайд добавляем постепенно. Это вот тот пример из прошлого вебинара, да, когда мы показываем не всю, например, схему, а ее отдельные части. Да, правильный переход от общего к частному. Так, можно ли копировать картинки из моей презентации? Я сделаю лучше, покажу, где их можно достать. Ее, наверное, надо скопировать и вставить, потому что это вот ссылка на Telegram, она может из чата не открываться. Так. И если говорить об оформлении структуры слайда, то вот эту вот навигацию «Хлебные крошки» мы ее не просто вот так вот создаем и структурируем. Особенно она, кстати, удобна, если у вас не отдельная презентация, а целиком курс, и нужно сослаться на какую-то предыдущую, например, предыдущую презентацию предыдущего занятия. И располагаем ее вот, например, вот так вот в одну строчку, где-нибудь в неактивной зоне. Неактивные зоны у нас для презентации – это вот либо самый-самый-самый верх слайда, либо правый край. Но по правому краю располагать навигацию довольно сложно. У вас не получится здесь полноценно вписать текст и полноценно вписать название. Поэтому если располагать ее справа, то только в интерактивном формате, например, там кнопки с символами, и пояснить, что этот символ ведет туда, пояснить, что символ ведет сюда, либо сделать так, что при наведении мышкой будет появляться всплывающая подсказка. То есть это уже работа с интерактивом, уже работа с перелинковкой внутри самой презентации. Проще сделать вот так, как у меня на слайде, поместить ее сверху. Да, спасибо, Татьяна Викторовна, это именно вот эта вот студия метаморфа презентации и именно вот это вот их слайд. Очень рекомендую, особенно посмотреть примеры, как они неудачные слайды переделывают в удачные. Так, вернемся к навигации. Я вывожу ее в строчку, вот эти вот хлебные крошки, помещаю ее сверху. Сразу скажу, что вот здесь вот, это очень крупно, это 20-ка шрифт. Хлебные крошки вполне допустимо делать даже 10-м шрифтом, то есть делать не крупными. Главное, чтобы каждая вот эта вот часть от стрелки до стрелки была активной ссылкой, по которой можно перейти на нужную часть презентации. И, естественно, мы всегда акцентируем ту часть, тот раздел, где мы сейчас находимся. Так. Без матрешек используют структурно-логические схемы фреймы. Внутри фрейма можно вставлять информацию любую, но зато сразу структурируешь знания. Вот с фреймами я работаю в мире, но вот так вот напрямую ввести в презентацию это не всегда удобно. Для того, чтобы вот так вот структурировать информацию, у меня есть надстройка, она называется PowerPoint Labs. Сейчас я попробую тоже написать вам название в чат. Она ставится как отдельное приложение на компьютер и появляется как дополнение в браузере, только как дополнение в PowerPoint. И у нее есть прекрасные настройки для работы как раз со схемами, когда приближается приближение схемы, отдаление схемы, акцентирование какой-то отдельной части. Очень рекомендую для тех, кто особенно работает с технической информацией, где много схем, где много цифр, где много расчетов и графиков. Так,
Я надеюсь, вы легко найдете. Это бесплатная настройка, и ее можно спокойно поставить. Она много места не занимает и тянет даже на довольно слабых компьютерах. Ну, а сейчас немножко поговорим про сторителлинг. Активные ссылки в презентации, активные ссылки навигации самой презентации, я думаю, 16 числа я смогу остановиться на этом подробнее. Ну, а сейчас мы поговорим о моей любимой и довольно сложной теме. Это сторителлинг. Как вы знаете, что сторителлинг – это уже не просто модный тренд, а то, чего от нас подсознательно ожидают пользователи. Это то, что стало давно такой основой в интернете, основой в рассказах, в журналистике и так далее. Фактически, сторителлинг – это умение рассказывать истории. Но это не просто умение их придумывать, умение писать их грамотным текстом. Это способ взаимодействия с аудиторией. То есть мы не просто рассказываем что-то, мы вовлекаем наших пользователей, наших студентов в этот рассказ. И многие из вас уже пользуются методом сторителлинга, просто называют его не так. То есть то, что вы мне постоянно говорите про то, что вы шутите, используете какие-то юмористические картинки, какие-то вот смешные вставки в презентации, это один из способов сторителлинга. Обращение к аудитории, то есть вопросы, которые вы задаете, то, что вы просите, например, интерактива, как я прошу написать что-то в чате, это тоже те или иные элементы сторителлинга. И почему без него нам будет сложно обходиться? Представьте, что вы отправляете презентацию в интернет, и студент работает с ней уже самостоятельно. Получается, что преподаватель при этом не присутствует. И получается, что студент лишается диалога, возможности задавать вопросы, отвечать на них, быть в контакте лицом к лицу, то есть face-to-face. Вот это вот все теряется. И если мы в нашу презентацию не внесем какие-то вот такие вот основы сторителлинга, студент заскучает. В первую очередь, конечно, он лишается развлечения, потому что в любом случае лицо человека, общение с живым человеком – это развлечение. А во вторую очередь он лишается интерактива, возможности задавать вопросы и отвечать на них. Поэтому элементы сторителлинга, они нам необходимы просто-напросто как воздух. Вот простой пример. То есть вы увидите, что ничего сложного в сторителлинге нет. Это, например, озвучивание на экране того вопроса, который наверняка задаст человек в аудитории. То есть работа с возражениями. Клиент не оставит телефон на такой интернет-странице. Мы просто снимаем это с языка нашей аудитории и вносим это в презентацию. Вот другой вариант. Личное обращение, то есть на «ты». Прямое обращение, конкретный call to action, то, что нужно сделать. Оставьте визитку, и я вышлю вам какую-то необходимую информацию. То есть простейший призыв к действию. Оставьте визитку, откройте видео, напишите в чат вопросы, которые возникли во время просмотра. И у нас получается такая вот имитация диалога. У нас есть слова преподавателя, то есть не просто та учебная информация, которую вносите, а тот текст, который вы пишете от себя, от первого лица, от своего имени. И в нашей презентации появляется аватар преподавателя, тот центральный персонаж, к которому может обратиться студент. Это вот действительно face-to-face, то есть та картинка, которая олицетворяет вас как преподавателя и уже имитирует какой-то диалог. Особенно хорошо, если у вас идут какие-то сквозные, единые персонажи для всего курса. К ним привыкает человек. Это то же самое, что маскоты бренда. То олицетворение курса, то олицетворение ваших знаний, которая со временем начинает студентами восприниматься как друг, если вы позиционируете себя именно так, или наоборот, как строгий контролер, если вы позиционируете себя как преподавателя именно с этой точки зрения. То есть отношение к какой-то картинке, отношение к набору пикселя становится отражением отношения к вам как к лектору, отношение к вам как к человеку. Это довольно сложный такой психологический процесс переноса, но он действительно работает, и не всегда нужно понимать, как он работает для того, чтобы его использовать. И
Вторая сторона этого диалога – это сам студент. Это вопросы от аудитории. Вы можете предсказать, если вы преподаете много лет, вы наверняка можете предсказать, какой вопрос вам будет задан на этой лекции. И этот вопрос можно просто сразу записать в презентации на отдельном слайде, показать, что это, да, сейчас вы спрашиваете себя вот об этом вот. А теперь я отвечу на ваш вопрос. И таким образом вы снова удерживаете внимание. Так, тот вопрос, который наверняка вы зададите мне, я тоже вынесла его на слайде, что довольно сложно найти иллюстрации в едином стиле для всего курса, что очень хочется вот эту иллюстрации, они могут быть прекрасны, но их тяжело найти в нужном качестве, тяжело найти с нужными правами. И снова я покажу сейчас ресурсы и те способы персонификации преподавателя и способы персонификации студента, которые я использую сама. Они все, естественно, вот по лицензиям бесплатны для персональных, для учебных целей и бесплатны для коммерческих целей, что тоже иногда становится нам важным. Итак, первый способ – это набор иллюстраций в едином стиле. Как вы, я надеюсь, обратили внимание, в моей презентации, то есть целиком и полностью, если пролистать ее назад, вы увидите персонажей, выполненных в едином стиле. Вот так вот здесь как нарисована ручка, вот эта вот девушка, которая слушает музыку в наушниках. То есть в едином стиле один и тот же персонаж проходит через множество слайдов. Он становится привычным, и он может использоваться как акцент. То есть не просто выделение цвета, не просто более жирный шрифт, а именно персонаж может являться акцентом. Собственно, вот эта вот девушка с оранжевыми волосами, это сайт icon8.com, у него есть раздел «Вектор», и в нем «Вектор Creator», то есть белое поле, на котором вы можете собрать себе любого персонажа, любую сцену с использованием персонажа и перекрасить ее в те цвета, которые вам нужны. Вот так выглядит редактор. Сверху у меня выбран стиль. Здесь у меня показаны все персонажи, которые доступны в этом стиле. И я просто-напросто перетаскиваю или кликаю на них, чтобы на белом фоне собрать вот этот вот набор иллюстраций. Я могу поместить одну картинку на поле, могу поместить несколько картинок на поле. По щелчку на каждую у меня будет всплывать окно редактирования цвета. То есть я просто покрасила эту синюю кофту в зеленый цвет. И это все скачивается в режиме PNG с прозрачным фоном, что тоже очень и очень удобно. Так, это по стоимости бесплатно. То есть скачать в PNG формате в достаточно хорошем разрешении – это бесплатно. Платный только вариант скачивания в векторном формате. Ссылка в презентации, она активна на предыдущем слайде, все ссылки активны. Сайт icon8. Вот такой вот прекрасный редактор. То есть прямо отдельно людей можно собрать предметы. Вот на одну из презентаций я находила безумного ученого в лаборатории с пробирками и с кактусами. То есть тематика может быть не очень широкая, но тем не менее это достаточно для того, чтобы ввести именно сквозного персонажа. Сайт в презентации активен. Вы скачаете презентацию, и там все ссылки будут активны. Другой вариант – это скачиваемый набор. То есть то, что вы скачиваете на компьютер и уже используете в дальнейшем. Вот это вот Humans набор, он бесплатный для коммерческого использования. Вы его покупаете в магазине, то есть ссылка с сайта ведет на магазин для покупки, но там вы просто проставляете цену в $0. Если вы ставите вознаграждение выше, это как бы благодарность просто автору, но можно скачать спокойно за $0. Когда вы его скачиваете, у вас на компьютере появляется папка, где изображения разложены. Здесь есть как слева готовые персонажи или как справа отдельные части тела, части одежды, которые вы можете комбинировать, собирая так, как вам уже будет удобно. Вы можете поворачивать, делать наклон головы, менять цвета, собирать разные позы, то есть, например, рукой человек показывает на текст, руки человек поднял вверх, руки человек сложил на коленях и так далее. То есть, перебирая разные варианты, вы можете получить... Так, принтскрин. Прошу прощения, я не поняла, зачем вы пишете про принтскрин.
И из вот этих вот частей вы можете собирать разных персонажей, такие, как вам удобнее, либо использовать готовый вариант. Здесь вы просто скачиваете этот набор, помещаете в презентацию и из разных вот частей собираете персонификацию вашего сквозного персонажа. Можно использовать не иллюстрации, а можно использовать фотографии. То есть вам будет нужен набор фотографий в едином стиле. Это немного более сложный вариант. Хорошо, я напишу сейчас ссылку в чат. Я вижу, что скачивать презентацию это слишком сложно. icon8.com называется сайт. Это не активная ссылка, по ней не перейдут. Просто скопируйте и вставьте это в адресную строку браузера. Итак, помимо иллюстраций, можно использовать набор фотографий в едином стиле. Их точно так же можно найти на специальных ресурсах или поискать просто в интернете. Как правило, у каждого киноактера, театрального актера, каких-то вот известных персонажей рекламы, есть вот такие вот фотосеты, где они отрабатывают разные эмоции. И вот того же Джим Керри вы всегда можете найти в интернете фотографии с разными эмоциями, которые затем можно использовать. Но это у вас будут всегда портреты, то есть только вот по плечи всегда. Крайне редко вы найдете набор эмоций моделей, где они изображены хотя бы по пояс, не говоря уже о том, что полный рост. Да, можно свои эмоции. Если у вас есть такая возможность, если у вас есть желание сделать более качественный подход, если у вас есть студенты, с которыми вы работаете не первый год, и они к вам привыкли и любят вас, то вы можете сделать фотосессию, вырезать себя уже с этих фотографий и размещать свои фотографии в презентациях. Это прекрасный вариант, но как бы, для меня, например, он очень и очень сложный, потому что это, опять же, отдельно фотографировать, отдельно это все вырезать. И если использовать фотографии, то есть тот же сайт вот icon8.com, только уже в разделе фото есть точно такой же редактор, но уже с использованием фотографий. То есть здесь стоковые фотографии. И можно набрать вот так вот фотографии одного человека в разных позах с разным выражением лица. Так, то есть вот на сайте icon8 в этом редакторе я нашла, например, вот такой набор, тоже можно использовать, как, например, аватар преподавателя. Персонажи фильмов и мультфильмов, да, то, что вы как раз уже упоминали, это тоже прекрасный способ персонификации. И, конечно, такие иллюстрации найти довольно просто. Например, можно использовать стикер-паки. Их можно найти не только в социальных сетях, но можно найти в интернете в довольно приличном качестве и использовать вот такие вот какие-то простые стикер-паки. Так, у нас тут в чате возник небольшой спор про контент, про то, не является ли вот эта вот визуализация, не являются ли эти вот персонажи, не являются ли они перебором, да, что они будут отвлекать внимание от основной информации, которую мы хотим научить наших студентов. Это, с одной стороны, да, это отвлечение. С другой стороны, мы уже неоднократно говорили про эмоциональные паузы. Во-первых, когда нам все равно нужно давать передышку. Во вторую очередь, про акценты, которые нужно расставлять. И про то, что это нужно младшим классам или не младшим классам, немного не такой подход. Вот чем у вас младше аудитория, тем больше им нужен сюжет. То есть прямо прописана разворачивающаяся история. Василиса прекрасная попала в плен Кощею, и теперь ей нужно там посчитать дроби для того, чтобы открыть замок своей темницы. То есть детям помладше нужен прямо развивающийся сюжет, прямо конкретная история. Чем старше аудитория, тем меньше нужен этот прописанный сюжет, они прекрасно у себя в голове его сами сложат, сделают себя главными героями. Но вот такие вот акценты, вот такая персонификация, это для них важно тоже. Они привыкли, что их в интернете вот так вот постоянно развлекают, что им постоянно
показывают вот такие вот вещи. И если у них на компьютере открыта ваша презентация и страница в социальных сетях, они пойдут в социальные сети. И вот такое вот, может быть, заигрывание с аудиторией – это способ удержать внимание. А без этого уже, мне кажется, невозможно работать с пользователями. Так. Если не брать стикер-паки, то можно найти паки иллюстрации в одинаковом стиле. То есть у меня, например, есть такой симпатичный набор, который можно использовать в презентациях для детей в каких-то игровых презентациях. Да, это детский вариант, но мне он просто кажется симпатичным. Можно выбирать героев фильма. Это вот тоже стоит из реальной презентации, когда взят кадр из фильма и персонаж вставлен в презентацию. Чем это хорошо? Во-первых, у вас получается много кадров с одним актером, если вы хотите сделать его центральным персонажем. Во-вторых, вы можете взять саму ситуацию фильма как основу для презентации, потому что фильмы, а уж тем более сериалы, сейчас можно найти про разные профессии, хоть про программистов, хоть про химиков, хоть про строителей. То есть здесь уже у вас есть визуальный материал, с которым вы можете работать. И вот здесь вам будет нужен сайт в этом варианте оформления, вам будет нужен сайт Remove Background. Он позволяет убирать фон с кадров. То есть, как видите, персонажи лучше всего вписываются, когда они на прозрачном фоне, когда они отрезаны от самого кадра фильма. И, например, вот прямо перед тем, как показать вам эту презентацию, я выбрала кадры советского фильма, прогнала его через этот сервис. Как видите, качество обрезки фона очень и очень высокое. И вы можете уже не переживать и спокойно использовать любые кадры из фильма, которые вам нужны для того, чтобы украсить ими вашу презентацию. Студенты достаточно прагматичны, и именно поэтому они идут в социальные сети, где их развлекают. Мне кажется, тут немного противоречите сами себе. Так, верните сайт, да, Remove Background, он называется. Давайте я тоже вам напишу название. Напоминаю, это неактивная ссылка, ее тоже нужно будет вставить в адресную строку браузера. Это не программа для обрезки фона, это именно сайт, то есть веб-сервис, на который вы загружаете выбранную вами фотографию. Так, и, наконец, пузыри баблы, текстовые плашки, то, что как раз позволяет имитировать диалог. Опять же, сначала это был стиль комиксов, то есть таким образом подавали информацию в комиксах через текстовые пузыри. С появлением мессенджеров вот эти вот баблы, текстовые плашки стали совершенно привычным способом общения. Я, к сожалению, не подумала об этом сразу и не вставила вариант имитации текстового чата, но найти вот скрины для создания собственных текстовых чатов, это, по-моему, очень хорошая идея. Особенно сейчас, да, когда общение в мессенджерах становится все больше и больше. Вот. Иногда в каких-то вот таких наборах можно найти персонажей сразу с вот этими готовыми текстовыми пузырями. И это хороший вариант, когда оно выглядит единообразно. Можно найти вот такой вариант. Эти пузыри находятся в том разделе оформления, откуда я брала своего персонажа. Они отрисованы в тех же цветах и точно в том же стиле, что и девушка с оранжевыми волосами, которая идет по всей моей презентации. И можно найти либо вот вариант оформления в едином стиле, использовать их постоянно, или собрать какую-то свою коллекцию. Ну вот, как раз я первоначально собирала для себя коллекцию, которую вы видите справа, и это оказалось неудобно. То, что я находила в интернете, оно слишком перегружает слайд, оно слишком вычурно, поэтому я предпочитаю сейчас пользоваться вот такими вот стандартными фигурами PowerPoint. Они, в принципе, довольно простые, довольно строго выглядят, и этого достаточно для того, чтобы дать слова своим персонажам. Так. Ну и в общем и целом мысль такая. У вас чем аудитория старше, тем больше она ценит удобство. Работать с презентацией должно быть в первую очередь удобно и должно быть не напряжно. Чем аудитория младше, тем более сложный сторителлинг для них нужен. Нужны какие-то игровые моменты, нужны сказочные персонажи, нужно какое-то развитие сюжета.
Но элементы удобной структуры навигации нужны и дошкольникам. Элементы сторителлинга нужны и старшему поколению. Полностью избежать чего-то из этого невозможно. Нужно соблюдать баланс и следовать и тому, и другому. И, как обычно, завершая свой вебинар, если у вас возникли какие-то вопросы, если вы хотите подискутировать, вы всегда можете обратиться на мой электронный адрес. Будут ли открыты в интернете предыдущие занятия? Все вебинары находятся на YouTube-канале Делит Академии в открытом доступе. Вы можете скачать и в любой момент посмотреть их. Так, тут задали вопрос про цветовую гамму для очень длинного вебинара. Если нужно, чтобы человек не устал, то это должна быть нейтральная гамма, серые или пастельные оттенки плюс яркие акценты. То есть от серого цвета глаза устают меньше всего. Спасибо вам. Мне нравится с вами работать и приглашаю вас 16 апреля на следующий вебинар, когда мы будем разговаривать про оформление ссылок наших презентаций.